Каждая группа инструментов сыгрывается по отдельности. Скрупулезно разбирается каждая нота. И это необычная репетиция. Так оркестр готовится к записи одного из главных символов края – гимна. Под аккомпанемент оркестра в этой редакции солировать будет Владимир Тайсаев. Насколько этот гимн станет народным, вот, зависит не только от того, как написал это композитор и как сыграл это оркестр, но, наверное, исполнение солистом. Вот, если оно, исполнение это придется по душе народу, то, наверное, гимн этот начнет звучать не только на официальных встречах. До идеала партию каждого инструмента доводят прямо на месте, что называется онлайн. На связи автор аранжировки Евгений Манцирин. Первый тенор до, триоль начинается, лига, и две нотки до-до-до. До-до-до. До заканчивается. Все, да. Понятно. Первый, давай. Ля, второй ля-ля-ля-ля. Все на ля осталось. Да. Исправили. Андрей исправил. Да? Гимн – это особое произведение, которое должно влиять на чувства слушателей, в частности, пермяков, так, чтобы им хотелось сделать добрые, великие дела для нашего Пермского края. Мы стараемся свою задачу выполнить, как получится, судить нашим зрителям. Помимо духового оркестра, главное музыкальное произведение края будет исполнено симфоническим и оркестром народных инструментов. И в случае утверждения этой песни в качестве гимна региона, она будет звучать не только на праздничных, но и на всех официальных и торжественных мероприятиях. Партитура только-только распечатана, можно сказать, с пылу с жару. Мы с вами становимся свидетелями уникального события. Песня о Перми превращается в гимн Пермского края. Егор Тверетинов, Владислав Рашидов, Пермский губернский оркестр, телекомпания «Ветта».